В минувшее воскресенье был Всемирный день здоровья. Воспитанники столичного детского дома решили провести его как положено, по-спортивному. Как это было, расскажет Дарья Булига. Бегать эти девчата любят не меньше парней. Стартанули так быстро, будто бегут в магазин за новыми туфлями. А эти девчонки ждут своей очереди, пританцовывая. Как отмечать День здоровья в столичном детском доме, долго не думали. Ведь каждый день тут и так занимаются спортом. Поэтому решили совместить приятное с полезным. Кто куда? Мы играем в догонялки на лестнице. Кто играет в догонялки просто по площадке? Кто подтягивается, кто качается на качелях? Вот мальчики каждый день почти могут выйти и играть в футбол. А ты чем занимаешься? Я в волейбол иногда с девочками. Прыгаем, бегаем, приседаем. А здесь спешка ни к чему. Ребята пришли поиграть в дартс и посоревноваться в меткости. Кто мимо кидает, а кто попадает прямо в цель. Настя показала мастер-класс, как правильно целиться, чтобы выбить больше всего очков. Цель, глаз какой надо закрывать? Надо этот. Левый? Да. Ну давай. Что, мы прицеливаемся и бросок мимо. Давай еще раз. Еще раз. Вот третий точно должен получиться. Хорошо, прицелься. Я же сказала, 90. Прыгать в длину или бросать мяч кто дальше? Выбирать парни не стали. Попрыгали, размяли мышцы и пошли бросать баскетбольный мяч. Правда, не в корзину выбивая трехочковый, а по принципу, кто дальше бросит, тот и победил. Что это за игра? Это кидание мяча в длину. В длину? Да. Вы долго тренировались? Ну да, я много тренировался. И как успехи? Нормально. Сколько кинул в длину? Я 10. Здоровье для человека – это самое главное. Если человек здоровый, значит, у него все будет хорошо. Поэтому нам главное, чтобы наши дети беспокоились о своем здоровье, понимали, что вредные привычки – это вредят для здоровья. Поэтому, проводя такое мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья, мы пропагандируем наших детей на то, чтобы они вели здоровый образ жизни, чтобы они понимали, что им нужно делать для того, чтобы быть здоровыми. Каждый год воспитанники столичного детского дома проводят День здоровья по-разному. 2 года назад компания «Шериф» организовала для детей экскурсию в медицинский центр «Медин». После экскурсии сюрпризом стала встреча с футбольной командой «Шериф». Так как многие парни в детском доме занимаются футболом, встреча с игроками главной команды страны стала для них сбывшейся мечтой. В прошлом году воспитанники детского дома сами вышли на главную арену спорткомплекса «Шериф» и сыграли матч, разделившись на команды. А в этом году День здоровья в детском доме отметили дома, вместе, большой и дружной командой. Дарья Булига, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.